Во Дворце спорта состоялось совещание по готовности к открытому уроку «Духовные родники Подмосковья», который пройдет в Видном в четверг, 18 мая. Совещание провела первый заместитель министра образования Московской области Наталья Пантюхина. Планируется, что на мероприятие прибудут гости из разных муниципальных образований Московской области. Всего порядка 3000 человек. Большинство из них – учащиеся 7-8 классов. Поэтому вопросам подготовки уделено столь пристальное внимание. Заместитель главы администрации по территориальной и общественной безопасности Алексей Селезнев отчитался о готовности в курируемой им части. В 10:00 откроется основной вход. Охрана, ЧОП 15 человек, полиция 10 человек. Каждое действие должно быть проработано при подготовке. Во время мероприятия решать какие-либо вопросы будет некогда. Начальник управления образования Ольга Алешкина рассказала, как будут доставляться дети и другие участники открытого урока во Дворец спорта. Творческая часть мероприятия, как отметила Елена Добрина, советник главы района, также полностью готова. Наталье Пантюхиной показали один из основных номеров выступления танцевальной группы «Тодес». Готовность к мероприятию очень высокая. Мы сегодня обсуждали основные моменты, проблемы, вопросы. И я могу говорить о том, что Ленинский муниципальный район готов к проведению этого мероприятия.